Меня спросили, почему для Handpaint используется 3D-код в основном, а не Substance Painter. Substance Painter используется для Handpaint, но он используется только как первые шаги, которые задают направление текстурной работы. То есть мы печем всю информацию с хайполи, которую в 3D-коте уже дорабатываем потом. А если брать игровые проекты, которые полностью сделаны через Substance Painter, то это какой-нибудь Mighty Doom может быть, так как здесь в основном я вижу это печеные текстуры и немного постобработка обычными кистями. А если вы хотите какую-то себе живописную работу по типу Battle Chaser, то здесь встает вопрос, а зачем дрочиться с программой, которая создана для создания процедурных текстур и слишком плотно связана с Substance Designer, когда вы можете использовать 3D код, который по сути это как Photoshop либо другой растровый редактор, только в 3D пространстве. И вот поэтому все основные гайды по Handpaint используют 3D код.